Видео подготовлено сайтом онлайн-гдз.нет. Всем привет! Сейчас мы с вами разберемся, как выполнить задание номер 213. И нам нужно выполнить деление. Пункт А. 1 тонна разделить на 200 килограмм. Чтобы выполнить это деление, нужно тонны перевести в килограммы. В одной тонне 1000 килограмм. Поэтому это деление можем заменить на 1000, то есть 1000 делить на 200. 1000 на 200 будет 5 килограмм в итоге мы получаем. Пункт Б. 1 километр нужно разделить на 100 метров. Переводим километры в метры. 1 километр это 1000 метров. То есть в итоге мы 1000 метров делим на 100 метров и получаем 10 метров. Пункт В. 8 центнеров делим на 16 килограмм. В одном центнере 100 килограмм. Поэтому 8 центнеров это 800 килограмм. То есть мы 800 килограмм должны разделить на 16 килограмм. Давайте выполним это деление уголком. Делить начнем с числа 80. И 80, то есть 80 делим на 16, берем по 5. 5 на 6 – 30, 0 пишем и 3 в уме, 5 на 1 – 5, и 3 в уме – 80. 80 минус 80 – 0. И вот этот вот 0, который у нас был не задействован, мы просто в частное дописываем. Поэтому мы просто получаем 50 килограмм. Пункт Г дальше. 36 километров нужно разделить на 600 метров. В одном километре мы уже писали 1000 метров, поэтому 36 километров это 36 тысяч метров. И нужно 36 тысяч метров разделить на 600 метров. Вот здесь вот у нас 2 нуля, здесь 3 нуля. То есть в итоге у нас 2 нуля, то есть можно отделить, 1 0 в частном останется. 36 разделить на 6, 6 и 1 0 дописываем. 60 метров мы получили в ответе в пункте Г. Выполнили задание 213. Ну а если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.